Он сетте суяга уда ванна селинга эрюстерып сыйларыгар турар сире. Гаврил Ловцов ванна Осип Васильев хамандаларынан олықтақ тоңыстартан жаға комер сире түрікті әбітті. Ол кемге бүрет монгол мұқтартан жаға комой баттыр әбіт. Олар әре архив документарыгар Осип Васильев бірке әйтті нұраты дығынчал түхі сетті он сетті сыллаққа дере бұ сер туғынан қалныңда кумағыға ақтылы бат. Улан үйде көрекі көлдібіт. Улан үйде Бұрайте Республикатын кейін көреті олар. Бұ көрет историяты тұғыншал 1916 сыл ғымыйыттан сағыланыр. Амбастан маннытын әпіпі күрдің қағақтар күстір сердері, онтын тұғыншал 1934 сылғы дері Верхне Удинск әйден аттақ көреті біт. Ол кеніттен Улан үйдеден. Қалы тұлбасты атаққан, күхіл анден. Тұлбастыныр Красная Ворота ден, олата бұ серге ан бұғытынан арылан, жон серге олық сүйен, олар оруғар, олыс тұбыға стақ сер бол бұд. Манны бүреттер, нүтчелар, онтын датын омықтар әйдем нәқтік, аяллар, туталлар, үләлелер, қамнылар. Онна тұн бір, олақан қораттартын бейдістері 306-14 тұғыншаттан тақса квадратны километрген нәқ, екі тұғынша үрбекке ғылағы берепіс түмігінен 236 тұғыншаттан тақса кеге бұ серге олар ор. Тұғыншал түйі сәтті 17 сыллаққа Удинске астрок тұтылуы ұттаныла бұ сер күтайға тақсар аты әрген артығынан болар. Астрок соғыр ұттан, онына арқааттан көсілің тоқтор, ұды өріс қочатығар сабат үйілерттен үріғі ері. Онына табар қарайыр сүрінместінен бол бұта. Бұ ұдай денаттақ үріс тұтар, оңа күтілігер қақтар келен күстір сердерін ұңысты бұттар. Онына бұ манны қорат бар болар ден бастықы остроқтарын тұп бұттар. Онтан алыта, олан үйде қорат историята сағалындыр. Еті тұхыншы 666 сыллаққа. Онтан бұ қорат тұтылы бұтын білетігір үсі сүрбе 5 сылын көрсі. Бұ құрдық өйдебінлік тағы тұрыл бұттар. Тұғыншал түйіс ауын тоғыс сыллаққа Гра Федор Головин брекейінен саңа Улахан Град Удинскейден астрок тұтылу бұта. Бір олыс жекті білеті әңірттен, Избран Идістен атығыт Удинскей голырын сұриян қалыр бұтыттан көрдіққа, тұғыншал түйіс тоғын 2 сыллаққа манна Улахан Сирқамсағаны бол бұт. Забайкалияға білетемі самай Улахан Сирқамсағаннан болар. Селинга ден урок мостатнан туран улан идага кириге буряче иете а тоа нека така ладжитам сак буряче ден а тах скулптура келбиджано уриду ајхалу корсер бу буряттер белерин гирдит лахтан ходохуниктерон ангор бут улета волар уан алте метре урдуктер уан на ити кадак ден итегал шарфиген тутан турар олата мин егини уриду ајхалу корсер бунген едибиллар кени кетите алте метре оннук ула Қан памытынник кәлбит әлжеті бараларын бұрайте ұлан үйде ұтық сірігер үйерек өте көрсір. Тұғыншал 1916 сыллаққа манна аң бастықы православны храм Спасқа Серков Масджеті тұтылу бұта. Олар әрі бастықы таңыры жеті ұмай бұта. Онтан тұғынша 1915 сыллаққа қос сүргітен 2 смаз церкі бұтып бұттыра. Тұғынша 1916 сыллаққа кенеттігір өсі бір саңаттық Спасқа церковтен тас жеті жәндей біті. Онлық арас тұтылыр әбілілен олық доқтыр әлбен қорат ұлатан бар бұта. Улан үді қораққа кербет кеге ұраты архитектуралақ бұй жаға қараға қатанар болықтақ, онына тұғы дженеден сенбір ұйыталағар толқұйдыр интерегілгер болықтақ. Малға ден бүреттер бәргелері бар, ол онына майгынныр архитектуралақ же тұтылан сағылабыт, амбастан манына доғырдығы жеті ден, националистар маналырыр омықтар желері ден болықтақ. Олғынан баран күн бүйінге дері үліға кербекке тұрар, онына ұғын кемнеғақ тұту ден аттанына, білеген кемнеғақ тұғы тұталлара, тұғы жей болара, білеген дағаны білді бәті біт. Белдерін көрдік, дойдубыт қаяды қоратығар боларын көрдік, олан үйде кейін ұлысатынан Ленин ұлысаты болар. Бұл ұлысар дәтенгі кемнерге кейін арасыя тақсар аян артығы боларынан ұрыт трактывай дені біт. Келін Большая ден аттаны сылжы біттақ, әмеджі құскегі көрдік. Царевич Николаев II сылжан ағығыттан Большая Николаевская ден болы сылжы біт. Тіхінші 1934 сылтан Ленин атын сөгер. Ленин самой улахан төбеті бұрятияға бұ андай дұға соғыттоқ, қаннадағыны соқ, улахан төбе улан үдек орат кин болысатығыр тұрар. Түрдің 2 тонна
Я нах, это голы, это метры, удюктях тебе. О том, он умеет кота, обсе, он тюет метры, так не хер. Бу, амбастан, улан, уде, каджас, лохтах, это лерна, манна, услинин, удюминик, таха, баревит, он обартан, сохом, рамбаран, это он сылерга, бу, бир, улахан, тебе не солбирга, хана, муттер, мане, улах, ага, скульптор дер, Георгий, он Юрий Ден, кинлер, он обутревит. Бюрят Нурота омык бұхытынан дерін историялақ, культуралақ, итағаллақ, сердақ томнақ боларын білебіт. Ол ехін түхі қалларынан бұ бір күнігер Нурот селихін мұтығын көрірге сананны бұд. Бір бастықынан олан үді қорыт историятын бюрят омық Нурот бұхытынан сайдыытын кепсер түмәлге сарытты бұд. Бурятия Республикатын историятын тухунан, культурата, югестере, барата бу бир тюмельге тюмюллен турар, юс этес тухары арас экспонаттар, итенне кастаганы итегал көрюмнере бу республика сайдыйты, итенне бюреттер, атыны муқтар инеке историяларын керехелер экспонаттары кейманны әлбәғы көрюен билен сөпебет. Онын кәлләқа хаяндағаны бу музейгі хырттаққа кейі үгіхі билен тақсыр. Сундуки заветные откроем, 30 стрел каленый достанем, 30 баттеров и все достойнейших, а достойнейших петь мы станем. Оэ, оэ, аудон. Во многом, конечно, рассказывать много, и главные хранители легенд, сказаний были улигаршины. Здесь вы можете увидеть одежду народа, который воспевали улигаршины древности. Это бурятский народ. Одежда, которую мы видим, это паспорт, по которой можно определить очень много, узнать своих предков, узнать, к какому роду относится тот или иной человек. Одежда рассказала многое. Можно было узнать, богат ты или беден. Например, головной убор восточных бурят сверху срезан. Это говорит о том, что человек занимает небольшую должность. Он простой кочевник. Обычно наверху находилось украшение, говоривший о том, что человек был тайшой, зайсаном, шуленгой. Можно было определить также статус и по поясу. Обычно богатый пояс был украшен пряжками, сделан из кожи. А это пояс простого человека. Кстати, пояс использовался и в обрядах сватовства, когда сваты они обменивались друг с другом и могли определить, кто будет в доме главным, мужчина или женщина. Одновременно можно было и найти предмет, про который многие забыли и знают только как варежку на длинной резинке. Вот они. Это длинные рукава, которые называют лошадиное копыто. Они были разного цвета, ведь конь для кочевников – это друг, брат и помощник в бою. Также можно было определить свой род и по женскому украшению. Вот на груди висит такое украшение – называются гу, реликварии. Они были разные, двойные, пятиугольные, круглые. По их форме можно было определить, к какому непосредственно роду семьи относилась та или иная женщина. Здесь много украшений. Это праздничное. Обычно украшения весили иногда до 2 килограмм. Но это все снималось. Но главное украшение, которое носили всегда повседневно, было именно это. Сейчас в наше время очень многие девушки носят распущенные волосы. В древности это бы назвали их просто лохудра. В древние времена прическа сказала бы многое. Сказала, девочка она или нет, замужем или нет. Девочка маленькая носила большое количество косичек. Когда возраст подходил к замужеству, одна коса. Замужем – две косы, говорящие о том, что она была в роду отца и ушла в род мужа. Да даже мелкая деталь могла рассказать о богатстве. К примеру, вот эта пиала. В прошлые века врачей было очень много, очень мало. Знахари, мчеламы. А болезней было много. Сифилис, туберкулез, трахома. И каждый человек пытался сохранить свою жизнь, защититься от этих вирусов. Глядя на эту пиалу, можно сразу сказать, человек беден. Потому что обычно богатые люди внутри пиалу обрамляли полностью. А здесь обрамлена всего лишь кромка. Тем самым, это как... серебро, да? Да-да-да. Тем самым как бы говорят, что человек не очень богат. У каждого народа есть свои традиции, легенды. К сожалению, каждый народ уже современный многое теряет.
Сахаджанун интересен, сахаджанун олгон сайдытын, амбастан махрбагы капыт, сахнабжы капыт, рахтагыга саты тиен келер турусут эбеп булактарына. Бүрет омук жана элбек болан, атынан тиен эме рахтагы Петр Первый кытта көрсөн, бастакы бүреттер этен Россия Империясын кытта сөбелен документунун түшөрсөн туралары бит. А у нас эта картина была написана благодаря празднованию 330-летию похода Хори-Бурят царю Петру. Но вот эта тема Хори-Буряты, она очень неоднозначна. И даже сам факт путешествия задает очень много вопросов. Первое. Почему Хори-Буряты так долго готовились? 3 года. Второе. Как они прошли через всю русское государство, и их нигде не остановились? Ведь подарки-то у них были очень солидные. Третий вопрос. Как они вообще узнали, что Петр будет находиться в Москве? Ведь Петр строил Санкт-Петербург и воевал на Балтике. Четвертый вопрос. Их было достаточно много, и где в Москве они вообще были? То есть вопросов много, и вариантов... В каком году они поехали? В 1703 году. И там, что они... они подписали вот документ, указ, по которому вот Петр I разрешил им селиться на определенной территории Бурятии и запретил русским переселенцам селиться на данной земле. Это вот был первый документ между бурятами и русскими царями. Ну а на самом деле вопросов много, но приблизительные ответы такие. Во многом оказал большое влияние и помощь Хори-Буряты, так же, как и оборот, это граф Головин, посол граф Головин, который был здесь у нас в Бурятии. И Хори-Буряты помогли им, а не ему. Была снята осада, где он находился с города. Он заведовал не только внешней политикой, не только мирным флотом военным, но и заведовал нечинскими рудниками, то есть серебром. Беги сахаджано нюргун батурдах эбит боллах патина бу бюреттер монголлар гесердахтар бу халлан воладен монгол и тене тибет онороттарын этиктир кехилере геройдера болар онна ханым мыт памытынник бу улан үдек орад бир эми этик сире манна келен Джон Сергей Хартискага түхер оттон кене кухаган тынтар Джон Сергейне карыстыр этергелы серине тохтотор Кыйы көтөлөк герой ден улан идеологтоктору Бурят жана Сергейте рү кен тутта кепсиндер. Раньше вся информация передавалась устно. Устное народное творчество было очень развито. Я думаю, в Якутии тоже именно так вот садились по вечерам. И Улигершин, вот у нас так назывался человек, который специализировался, скажем так, на рассказах, это был очень уважаемый человек в народе, садился и 33 ночи, 33 главы у эпоса ГСР, вот, каждую вечер, ночь напролет мог рассказывать, когда уже люди все завершили дневные работы, собирались в какой-то юрте, самой большой, скорее всего, и он начинал рассказывать 33 ветви эпоса ГСР, это наш народный герой. На сегодняшний день он, к счастью, был в свое время записан у этих сказителей и сейчас, собственно говоря, является достоянием всей мировой цивилизации. Ну, это то, что касается вот самого известного эпоса ГСР. Также есть много других народных героев, которые остались в памяти и, собственно говоря, также удалось их записать. Аламжи Батар, Бабже Батар. Там, ну, в основном люди воспевали, конечно, своих героев, защитников народа, которые, вы знаете... Как у всех. А? Как у всех. Да, конечно, вы знаете, что Бурятия – это приграничие, собственно говоря, с Китаем в то время. И здесь всегда шли какие-то на этом приграничье противостояния. И вот именно таких героев, которые отстаивали свой народ, интересы этого народа, собственно говоря, и народ и оставил в своей памяти. Но потом уже, когда сюда пришла письменность, старомонгольская письменность, вместе с проникновением буддизма,
пришла в Бурятию, это все стало записываться. Многие легенды, многие сказания стали уже фиксироваться в письменных источниках. Вы знаете, внук Чингисхана, хан Хубилай, в свое время сказал, что буддизм станет, объявил буддизм государственной религией. И вот после этого буддизм стал активно распространяться среди монгольских народов. И около 300 лет назад он пришел в Бурятию. Активно стал распространяться по территории вот, нынешней этнической Бурятии. Это не только, собственно говоря, сама вот, Бурятия в нынешних административных границах, но и Забайкальский край, но и Иркутская область. Было более 50 дацанов, которые являлись культурно-просветительскими центрами, где сыновья практически с каждой семьи, один сын должен был учиться в таком вот дацане, быть послушником. Бурятияга келем баран, датсанга сылжыбакка барар, олох улахан алгас болар, олихин биге бу Россияга бир самай улахан буддизм кине болбут Ивалгинске датсанга келебит билен кирен итагалерин кытта бирсек бит. Будатсан хиркиддаха бу курдук курдэ ден аттах барабаннар баллары бит. Манна үчүгэйе тохара багахананы этен барынгын хаяндаган маннык эргитехтэха биткин бу хигер мантралар баллар дилер. Отчогона бу кен куяргы тахсан эн багаханагын толарулар ден. Онны бир уратыты ден, онны табихе хамайгынгыры ден. Бу кенгэ хинжаргы күн эргирины хаяндаган хинжахтаха биткин. Хамбола май тигеловтен бу храм игер олорор бу манны кирерге манны кадактары ылан атылаган кирехтахы үккен онна ол олорругар сабынан кеткенни кытта ситимнак болар үккен ол хин бу манны кадагы беле хунагын онтон таксыбыкын кеннеттен бу манны байылыбыт кадактары эхе беле хуналар бу кадагы энлыңын жең рас сиригер элжен урухтакын бөхсөс кетерге ул бу куйбакка киттипекке элжен урдакына эйген кырыстыр арангачылыр ден солталах бит кадак жоңго тиёсы ген истинник саныры тыктыр убастыр беле солкы материалынан ухун шарф курдук мохоннактаңыз кадагы бүк тутан эккилигинин берер кигер унагын бес өннөк кадак ис сүрэктен ытыктыр убастыр беле болар. Бу ытык тас болар, бу манна туран эрен бэйн багаханагын толор этеребиккин ханыгын, онна каракхан семен барамын ол тас кедери тиебит. Эскөтүн мен тиемин илибинен таахы да кайдакпына каракхан семен баран. Отчогону бу багам санам туалар, оттон аха бардакпына ол атыттон хомехен бага санаа туалбат. Жанан билигин холонон көрөкпүт. Сакчен Дуганден аттах самай улахан храмнары болар. Бу манна барыланнар улахан малибналарын самай сүрүмнерин бу манна оңролор эбит билеген. Кирен устууну көңүлөбөттөр олгынма тахыкар ырылары олус жөндүк эхиллер. Ну, у нас в университете ребята изучают буддийскую философию. Она говорит о сознании,
и как улучшить ее. И Будда очень много методов, средств и способов рассказал, как работать со своим внутренним миром. И у нас в университете ребята, конечно, только этим и занимаются, изучают его. И помимо физического тела мы обладаем внутренним таким миром, где происходит много таких интересных моментов, при котором человек не может обладать собой и поддается разным эмоциям, и после этого у него проблемы или трудности. А вот как раз в буддизме можно ответить на все эти волнующие вопросы. И знакомясь с буддизмом, в принципе, человек может себе задать какие-то вопросы, сможет ли буддизм это все объяснить. Мы изучаем внутренний мир человека, и это не просто какое-то религиозное образовательное учреждение, а больше всего, наверное, там собрались люди, преподаватели и ученики, чтобы изучить, что такое сознание и какое оно имеет подвиды, какие у нас есть эмоции, как с ними работать и как из них избавляться. Ну, вот такая, как бы, я бы не сказал, что прямо научная работа, но это изучение, работа о сознании. И это всегда было интересно. Ивалгинская датсанга сальджамбаран хадагарики кадикрахаран таксаргадилы болары бит. Бу арас ишуге хананы бейн бага ханагы нете таган ите барабанны эргитен. Бу храмнарги киренгин кыртык этергилы бейн санаган растыр боллаккана. Онна жанкытта кепсетен баранган кихе рахаран таксаронун. Бир иксин буддизм бу итагалярак болбакка кихе өйе ханата, кихе бейтин туттунута, кихе бейтин истурга ден белети хасапебит. Онун бу көрүнгөнгөттөн кихе манына келен бу жагы вакка хырттагына омугуттан тутулгу хок ите ламанар белерип эпитерин курдук. Омугуттан тутулгу хок кихе растынан бага ханатын толурулгар кардылары оңрун сепебит. Кая бағыр омук сирегер келлэхка кене культуратын, кене үгэхэн көрдерер хаддагар мандык джиягу окка, джиягка астырын өлдерін көрюхон бағараган. Бу улан үдек оракка бир, эм оннук сиренен бу этнокомплекстары болар. Манна ас үйел, ресторан, оннук стилге хэпті бэхэндерін конуқко хэп. Онна білеген бу сирге бихе кереммет бюреттер олықтоқ бэйлерін бүлюделерін амсайық бит. Вот ты был вот богатый или бедный? Это бедный. Средний класс, скажи. Я думаю, богатый. Эми бейлерин кланларынан, бейлерин племяларынан аптывэхнерин уратылахар ебит. Холобра степет түтүйер, куяр түтүйер, кумах куяр түтүйер, хеджачыларга таңастыра атын, хылгыхтыр түтүлерге таңастыра ми ары азын болар ебит. Вылитый бурят, смотри. Да, вообще похож. Похоже, да? Не отличить, да? Вылитый бурят. Амар мэнды буряттер астырын амсайын эрэвин, онна тэндэр кулэрнэн тэттэкка амур курье. Бухлёр ден. Бу бухлёр ден баран этиттен миннях кэндэрэ эт, кэндэр астыры булэгин амсайык. Баран это.
Кулер ден бу кенлер мен көйден хөгтер булыктыра дивленнер ол үлелерге умандык бу кулер ден олок күчөйдү күскө мине бар бутун элеминдер экендер элдер бут чолу күсүн элекилер печин врубашки ден хөп бетин сыытын бу сулаптыр бырга. Сергейден, а для кинерка там на тык дилеровит, беги Сергейден, а рядом с ним нагсты камера дают. Все, он ген, а то и дубле бир, имя хлгвайер масполер, он ген и дубле бир болер, а блин у Сергейден во от этих тип. Баран, батарган. Бублиде хош ходок тен атта, улахан хылгы хиттен, эветер баран хиттен олдыры бетсе. Бублиген баран хе, бюреттер түрет астыра, бублиге кинлер омсенан бараны, өлерон баран, түгінді қалар батты. Олық бардын сенлері. Олеген бу бир самый күнді астыра. Бе хылгы хиттен олақ атын, омтана. Улан ба, Давай, админден атта. Тоже баранина, да? Канина? Из канины, скорее. Хотя не знаю, правда, почему. Баранина вот хочу вас. Или кылгы бары. Бюреттер, түрет астыр бузы. Бу бузы, ари кенлер гендерам, монгольскеттен оратыта ден. Бу юрталарын курдук бұғыла. Көрмәрі бу білген. Аны білген бұл чөрөмі қаттан ұмығылы бұл десерт. Мен неге саз бұл чөрөмі қаманына опсияның үлгімді күнері бітсе бұл үйдегі. Олайын онтын арағынай білігерім ұртылы. Бұл бұланы халесоген аттақ, әмен бейіп төрет астықты министер. Чормуха, он тоже вон на ходер умогун были бутер курдук, двух кадер, кабиллер, аякар. Нам не сюрте, сироп так был, асюмилер. Бу выйден атах имеет туритас, бу была нам брахника, жанум херге гаджетер калахтеринен кундюлюр, ами бир миниге састыр болревит, бу была нам будда юрили ливун анатар. Бұғылақтып, арығылғанылы тестетін олдыр. Бұны бір түрік мендегі састыр олдыр. Сім-себе. Бұл бұған
Я хочу обратиться к нашим соседям, к нашим братьям, проживающим в республике Саха-Якутия. Мы всегда ждем в Бурятии наших друзей, наших ближайших братьев, родственников. Здесь, на берегах Байкала, Бурятия – это территория добра, гостеприимства, территория света, которая всегда ждет гостей, туристов со всех точек планеты. Ну, конечно же, мы ждем и друзей из Якутии с особым теплом всегда. Кураты это гурдигурдутан кургё олус табагастах сир болан бирде бо үс букурдук хайрдитиятахсан кураты үдүттен күрөкөсөп болар. Бирече кин курата олан үдө куратухан этерип боллакка кин реттүтүгөр таз үдүк хетестах жерлер эбип боллактарында барата маз жерлер онна бир сүрүн ураталар манна охогунун оттон олорлар. Кин итити ситимигер холбону лахан кыгалгага бриген турар эбит ол гынан баран буластыр бу манна эми күскө үлөлөлөр охок оттуттан кин итер ситимиге кириге эми күстэк политиканы үталлар олон үдэ коракка кии хыннаныргар асна дохуя күлэдиригер саты хылжан көк мас быыгар халгыннан тыыныргар олус табыгастах эбит эмнеганан кихи ана менен келен манна хыннаныргар онна күс охылыныргар олус үшүгэйсир биһиге салгыйынныйбыт биребит түмүктүр серинен атырбыт Байкал самый улахан кең Байкал тоунан келер бириге.